Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Да, бабушка, привет. Ты звонила? Это я звонила. Хотела у тебя спросить, как дела, как здоровье? Потихоньку. А ты как? Как дела? У меня все хорошо. Только что пришла домой из магазина. Устала сильно. Сейчас разложу продукты и буду готовиться ко сну. Усечка, я так тебя люблю. Так за собой соскучилась. Я тоже тебя люблю, бабуль. Скучаю. Завтра, кстати, в больницу к тебе приеду, проведаю тебя. Хорошо, дочка, буду тебя ждать. Ну, все, я пойду спать, наверное, уже. Спокойной ночи. Только не забудь зубки почистить. Конечно, почищу. Я ж не маленькая уже. Спокойной ночи, родненькая. Пока. Любой сон, в котором вы остаетесь без зуба, является предвестником бед. О болезнях, ваших или близких, также говорит выплевывание зубов во сне. Также имеет значение, сколько зубов выпало, если все к большому горю. Привет, как твои дела? Почему не спишь так поздно? Привет. Да, представляешь, мне кошмар приснился. Во сне все зубы выпали. Жесть. А ты одна, что ли? А где Максим?
Он в командировку сейчас уехал. Должен скоро вернуться. Ты слышишь меня, Настя? Алло. Здравствуйте, это Катерина? Да, это я. Вас беспокоит дежурный врач краевой больницы. Мы вынуждены вам сообщить о том, что не выходя из комы, скончалась ваша бабушка. Приносим вам свои соболезнования. К смыслам, все же было хорошо. Что случилось? В 21:30 ваша бабушка потеряла сознание и впала в кому. Мы пытались сделать все, что было в наших силах. Алло, здравствуйте. Краевая больница, дежурное отделение. Это Катерина, вы мне звонили по поводу бабушки недавно. Да, здравствуйте, что случилось? Нет, все хорошо, просто я вспомнила, мне бабушка звонила 11:00, а вы сказали, что она впала в кому в 9:30. Это, не может быть, это какая-то ошибка, пожалуйста, проверьте. Хорошо, сейчас проверим, не кладите трубку. Спасибо огромное. Привет! Ты чё, плачешь? Испугалась, что ли? Ты чё, издеваешься? Конечно, чё случилось так поздно? Ты чего, из-за меня, что ли? Что случилось? Меня!
случилось? Я заборвалась, я до тебя дозвониться не могла. Все превосходно, все нормально, тебе не стоило переживать. Точно все хорошо? Тебе не скажешь. Кать? Кать, что с тобой? Ты меня пугаешь. Катерина, что происходит? Прости, я задумалась. Я закрою дверь. Катя, что это у тебя тут на полу? Это что, кровь? Кать?